Всем привет! У нас сегодня 13-й день карантина нашего выживания. И вот нам к обеду подвезли гуманитарку. Вояка мужик пришел. Покажем анбоксинг, что в этих коробках. На человека одна коробка идет. Открываем. Открываем. Так, чтобы она не повысыпалась. Ой-ой-ой. Так, ой-ой-ой. Лично так все. Ой-ой-ой. Так, ну видно макарохи сверху. Ну что, погнали. Вы выкладывай все туда, потом все покажем. Получается 4 пачки по полкило макароны. Макароны. Блин, тут места не хватит, братан. Ну ничего. Но, понятно, 4 пачки, 2 кило макарон. Это с учетом, что у нас 2 дня карантина стоит. Да, у нас мы сейчас на 13-м дне. Шинка дробовая. Какая-то свинячая тушенка. Ну, типа шинка, да? Сколько тут пачек? Консервы такие. По 300 грамм. Ой-ой-ой, вот это... Так, это уже что-то лишнее. Так, ну вот кило, грубо говоря, такого еще консерва. Фасолька. Идет фасоль беленькая. Белая фасоль. Блин, я люблю в томате. Надо было им дать заказ. Так, что это у нас? Паштетик. Это паштет свиной какой-то тоже, да? По 160 грамм, 3 упаковочки. Да, вот тоже полкило, пойдет. Пойдет. Паштета. Витя, беги за бутылкой. Подожди, макрелы, о, смотри, макрелы, такие типа филешки скумбрии, да, в масле. Да, вали. По 170, он тоже полкило. 4 упаковочки. 700 грамм еще такого прикольного. Так, идем дальше. Блядь, хлеба положили тебе? Сейчас дойдем, может. Блин, каша гречневая, по 200, отлично. Сколько тут? Подожди. Это грамм по 300, наверное, да? Это? Не, вон по полкг. Ну, легкая так. По 500 грамм. Так, получается, сколько три ее? Пачки, три пачки каши. Три пачки каши. Ну какая-то отборная эта греча. Ну, это не то, что вот. Просто кошмар. Так, идем дальше. Джемик. Повидло сливовое. Отлично, да. две таких пойдет. Классно, сладенького давно мы не хотим. Да, да, сладенько надо кушать. Глюкозки. Сколько мы банку достали, еще две. А, еще получается, еще плюс. Ну, такой именно жесткий сухпай получается. Ну, такое типа. Вот это интересно. Это голомбки. Голомбки. Это правильно? Точно. Голомбки. Голомбки. Видишь, тоже две банки. Две баночки. Ну, тоже по 850 грамм. Голомбки, да? По 850. Да, по 850 грамм. Ну, вот это вот я не знаю, типа, зачем на два дня литруха типа масла? Ну, ну это типа, чтобы типа можно было отправить типа на бокс, на причал, понял? 2 литра тут. Ну, пойдет. Будем делать во фритюре что-то. Так, что дальше идет? Получается... Рис. 2 кг риса еще. 2 кг риса. Рис белый. Пойдет, пойдет. Круто, конечно. Ну, 2 еще литра млека. То млека. Тебе ух ты. Видел? Неплохо тоже. Ну, именно жесткий такой сухпай. Да-да-да. Итак, что мы имеем? Это мы заказали через программу «Кварантана домова». Позвонили мы, правда, об этом узнали только на 13-й день нашего карантина. Вот, так что, что мы имеем? Можете еще раз посмотреть. Вот такой вот наборчик от правительства Польши неплохо, нам дали. Неплохо. Я считаю, неплохо, как бы можно еще посидеть на карантине вот так вот. Как бы вы сами видите, это все вот только что привезли. Вот у нас еще остается такой же... Такая же коробка, да. Еще ж такая же коробка. Так же видно, так же запаковано. Да, аналогично. Так что вот так вот. Всем желаю приятного аппетита. Ждите новых видосов. Будем дегустировать сейчас, Жень.